Вот второй день езжу, весь район у нас вот так вот поделен. Вот такими столбиками. Причем стоят они настолько часто, как-то ну, все необычно очень. И никакой нет информации. Я просто, честно говоря, не понимаю, для чего это и что это будет потом. То есть вот весь район, это район метро Молодежная, Кунцевская, Филевский парк, разделен вот на такие вот столбики. Причем они могут варьироваться там, немножко правее где-то брать, немножко левее. То есть как-то проезжую часть немножечко регулирует. Вот смотрите, здесь вот так вот сейчас сделали. Тоже непонятно, что как и куда объезжать. Вроде поворот есть, вроде нет его. Там вот пробочка, тоже, видимо, что-то сделали. То есть, кто знает, напишите в комментариях, что за такая вот разметка вдруг образовалась, причем по всему району. Очень мне интересно. Сейчас дальше поедем, посмотрим. Да, причем немаловажно, опять же, второй день, стоят везде машины, вот такие вот, которые с камерами. Очень непонятно совершенно.